конкурс «Дети читают стихи». Столбова Юлия, 12 лет. Столбова Юлия, родина, касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткой меридианов, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все то, что остается вдалеке. Ты вспоминаешь не страну большую, которую ты изъездил и узнал. Ты вспоминаешь родину, такую, какую ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ямником. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть неприметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть, но эти три березы при жизни никому нельзя отдать.